Выездную серию нижегородская «Торпеда» начинает игрой с рижским «Динамо», который после просмотра прошлого матча нижегородцев не допустили тех же ошибок на старте первого периода, что и СКА. Отличиться в первые 20 минут не смогли, но и не пропустили, поэтому по нолям. Спустя 6 минут от начала второго периода голкипер «Торпеда» вынимает первую шайбу из своих ворот. Эмиль Пуарье открывает счет в матче и выводит рижское «Динамо» вперед. А уже через 3 минуты хозяева забивают и вторую. Эрик Арьяланин увеличивает преимущество рижан до 2-0, и команда выходит на третий период. Долго готовилась «Торпеда», но свой момент нашло. Жаферов и Чехович красиво разыгрывают, и Иван точным броском сокращает отставание. Но, к сожалению, этот счет остается неизменным до финальной сирены. «Торпеда» забила еще однажды, правда, судья отменил взятие ворот. Нижегородцы уступают 1-2. Следующий матч хоккеисты Дэвида Немировски проведут уже в четверг, 16 сентября, против «Йокерита». Матч начнется в 18:30. Прямую трансляцию смотрите в эфире ННТВ. Артемий Катков, «Время новостей».